Компания «Носка». 19 сентября 24 года мне исполнилось 90 лет. Первые 20 лет после Отечественной войны каждую ночь. Кошмар. Каждый день. Каждую ночь. 20 лет подряд каждую ночь. Каждую ночь. Дай Бог на ваши плечи ляжет та тяжесть, которая легла на мое поколение. Что такое война? Я говорю, это мародерство. Хотелось узнать, а сейчас есть ли у вас какая-то мечта? О чем вы мечтаете? Столько лет вам, 90 лет. Я мечтаю, очень мечтаю. Для того, чтобы сдать эту книгу, надо 200 тысяч. Вот у меня таких денег нет. И в будущем не будет. Здравствуйте. Я позвольте от всей нашей компании, от страховой компании НСК, подарить вам сертификат на распечатку вашей замечательной книжки с обновлениями. Этот сертификат дарим вам от нашей компании. То есть мы всегда готовы помогать, всегда готовы подчеркивать подвиги таких героев, как вы. Это от нашей компании. Так компания оплатится? Наша компания оплачивает печать вашей книги. Прекрасная мечта. Прекрасно. Спасибо. И еще раз вашему руководству. Передайте мою ближайшую поклонность. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Огромное вам спасибо. Это от нашей компании на скалу. О, молодец. Небольшой презентик. 22 июня. Ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Бомбили, бомбили все время же, и наши, и их, мы не знаем, чьи самолеты летают. Вот так. Ну вот, пока нас освободили, мы 3 года были в этих окопах сидели. Вот если спросить вас о вашей мечте, что вы можете назвать? Я просила на день 60-летия, чем вы нуждаетесь. Я написала 2 заявления и подала. Я мне хоть стиральную машинку, и до сих пор ее нету. Мы. А Коля. Что привезли мне? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вам подарок привезли. Какой? Стиральную машинку. Сюда и давай, мы сейчас машина с вас. Ну дай Бог вам всем здоровья. Спасибо. Хороших успехов, хороших машин, там, чтобы еще где-то развозили. Чтобы хорошие были семьи. От нашей компании хочу пожелать вам. Спасибо вам большое за все это пережитое, за все вот эти вот достижения. Спасибо вам. Огонь окончен. А я Бичкин Санчес. Полетит! Полетит! Сидит! А суть вопроса, о чем он мечтал во время войны? Здравствуйте. Как дела ваши? А сейчас слышно? Не слышно вообще. Что это? Вот не слышно. Давно не слышат вот так, да? Не слышат давно. Вот так тоже не слышно. Так не слышно. Вот это самые мощные аппараты. То, что вот я ему 2 померил, самые Siemens и американцы. Мощнее просто нету. Ну, у него слуховой нерв практически на пределе 120 дБ этого самого.